Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании Циклон на цоколь H1, температура свечения 6000 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной коробке компании. Внутри у нас находятся ксеноновые лампы. Вот так вот они выглядят. Мощность ламп 35 Вт. Поставляются они в защитных колбах. Это нужно для транспортировки, чтобы не повредили сами лампы. Подключение идет сугубо на 12 вольт через вот такие вот разъемы. Два. И к каждой лампе подсоединяется блок розжига. Блоком розжига ведут три коннектора. Вот такие вот. Каким именно способом происходит подключение, далее мы обязательно рассмотрим и покажем. Так, в комплекте имеются также блоки розжига, небольшие, размером Slim Standard. Есть такой герметично заклеенные, полностью пыли-влагозащищенные. Материал корпуса здесь у нас идет металл. Мощность у них также 35 Вт, как и у ламп. И подключаются через три разъема. Также имеется вот такой вот монтажный комплект для того, чтобы можно было закрепить блоки розжига под капотном пространстве автомобиля. Вот. Сейчас мы возьмем одну лампу и один блок, подсоединим их между собой. В принципе, все очень просто подключается. Разъем в разъем. Вот так вот. Ну и у нас готова лампа к подключению питания. Снимем защитный колпачок. Ну и подключим 12 вольт. Лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Конечно, ксеноновые лампы все очень яркие, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенонового автомобиля нужно откорректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили. Температура свечения заявлена 6000 кельвинов, но, в принципе, как мы видим, она такова и есть. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.